Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Достояние исламской уммы в Дагестане. В Цумадинском районе проходит выставка реликвий пророка Мухаммада. Время платить нуждающимся. Одна из обязанностей правоверных мусульман – это закят. А как его лучше осуществить, смотрите в выпуске. На новом авто по привычным маршрутам. В Махачкалу поступили 70 новых микроавтобусов, комфортных и безопасных. Реликвии пророка Мухаммада демонстрируются в Цумадинском районе. Сегодня выставка с личными вещами посланника и его сподвижников открылась в селе Агбали. На месте сейчас находится наша съемочная бригада. Насколько имеют важное значение для верующих реликвии и как их доставляли, расскажет мой коллега Карим Даниев. Пять реликвий, более 100 автомобилей специального сопровождения и тысячи людей, встречающих автоколонну на протяжении всего пути. В Цумадинский район сегодня прибыли личные вещи пророка, мир ему, и его сподвижников. Потомки дома пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, живущие поныне, остались только от Фатимы Захры. Для жителей района это радостный день. Выставку реликвий пророка, мир ему, ждали всем сердцем. Теперь жители Цумады и других районов Дагестана смогут воочию увидеть частичку самого посланника. Это событие является очень значимым и долгожданным для нашей республики. И так как у нас прошлый год был тяжелым из-за коронавируса, были отменены все мероприятия, и, конечно же, люди ждали. И вот, наконец, это свершилось, и мы рады, что это получилось именно в Цумадинском районе, в селении Агвали. Среди реликвий присутствует волос самого пророка Мухаммада, мир ему и благословение, чаша, из которой он пил молоко, его кинжал и многое другое. Люди, когда приходят посещать эти реликвии, они погружаются в эту атмосферу, как будто бы они находятся рядом с этими людьми и хотят где-то быть похожими на них. И вот таким образом получают благодать, и я думаю, это способствует и облагораживанию нравов, и всем лучшим поступкам. Выставка продлится до 9 мая. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Агвали. В главном шатре Рамадана Махачкалы состоялся очередной коллективный ифтар. На этот раз его организовали представители лезгинских районов. Собрались тысячи людей, в том числе представители власти и общественники. В шатре прошло и просветительское мероприятие. Богословы выступили с наставлениями, звучали строки из Корана и нашиды на национальном языке. И, братья, поздравляю вас еще раз искренне с священным месяцем Рамадан, который неумолимо идет к концу. И, конечно же, мы уже жалеем, что он так быстро проходит, потому что мы в течение всего года с нетерпением ждали его. Почему? Потому что этот месяц милосердия, прошения грехов. Религия ислам призывает нас к братству, религия ислам призывает к дружбе, которая строится на искренности и любви друг друга ради нашего Творца. Фонд «Инсан» проводит ифтары уже несколько лет, как здесь отметили, и основным призывом этого является объединение всех нас. Месяц Рамадан подходит к концу, и осталось около недели поста. Мусульмане заблаговременно начинают готовиться к одному из главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам. Одна из обязанностей правоверных мусульман – это выплата милостыни нуждающимся. А как лучше это сделать, расскажет мой коллега Хамза Нурмагомедов. Закятуль-фитр – обязанность каждого мусульманина. Это небольшая милостыня в пользу нуждающихся. И в Дагестане его можно выплатить двумя способами – или пшеницей, или деньгами. Если вы выбрали первый способ, то есть оплатить милостыню пшеницей, то для вас на территории центральной джума-мечети уже стоят фуры с зерном, специалисты по закяту и табличка с инструкцией. Подходит к нам человек. В первую очередь он должен приобрести сах. Стоимость саха – это 60 рублей. Затем он делает намерение. Здесь на разных языках
есть выплатить намерение. После того, как человек выплатил са, он делает нас уполномочивает, что мы это са довели до нуждающих людей. Лучшее время для выплаты закат уль-фитра – это день праздника Ораза-Байрам, до самой праздничной молитвы. Но можно и выплатить и заранее, не дожидаясь завершения Рамадана. Мужчина выплачивает милостыню за себя и за тех, кого обязан содержать. Выплатил за себя, за свою жену, мать и со своего сына новорожденного. Второй способ выплаты закат уль-фитр – деньгами. Можно это сделать, не выходя из дома. Средства переводят онлайн через сайт или мобильное приложение фонда «Инсан». Человек, не выходя из дома, находясь в любой точке, может прямо с телефона выплачивать закат уль-фитр. Скачать мобильное приложение фонда «Инсан» и прям с гаджета перевести средства. То есть, зайдя в мобильное приложение, заходя в раздел программы, первое, что видит человек, это закат уль-фитр. Заходя в разделы закат уль-фитра, тут идет подробное описание о том, как сделать намерение, какими видами выплачивается, сколько это все обходится в денежном эквиваленте. И прямо здесь вбить сумму, которую он желает оплатить. Стоимость закат уль-фитра деньгами за одного человека будет зависеть от вида продукта. Мусульманин выбирает, какой пожелает. Это оплата стоимостью пшеницы, ячменя, изюма или фиников. Он может выбрать любую из категорий. Это или 45 рублей, или же 90, в 500 или же 600 рублей. То есть это стоимость одного из видов, о которых мы говорили, 4 вида. Далее фонд «Инсан» распределяет милостыню среди малоимущих семей. Первый способ выплаты заката соответствует шафиитской правовой школе, а второй – ханафитской. Можно выбрать любой из них. Обязанность заката возлагается на каждого, кто имеет пропитание на более чем одни сутки. Для дополнительной информации вы можете обратиться по указанному номеру. Хамза Нурмагомедов, Салмаги Техмай, Даутгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Ко Дню Победы ветераны в Дагестане получат по 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Дагестана. Выплаты предусмотрены 48 ветеранам. Это участники и инвалиды войны. Это только региональные выплаты. Еще по 10 тысяч рублей также фронтовикам будут выделены из федерального бюджета. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме онлайн. Принять участие сможет любой желающий. Достаточно подать заявку на официальном сайте polkrf.ru. Необходимо выбрать свой город или субъект федерации. После регистрации вы сможете ввести данные своего предка, а также загрузить фотографию. И в День Победы в трансляции выбранного региона покажут вашего родственника, который был участником Великой Отечественной войны. Точное время показа можно будет найти на сайте в личном кабинете. Непогода оставила без света почти 80 тысяч жителей республики. Отключение произошло в более 50 населенных пунктах в Дербентском, Казбековском, Карабудахкенском и других районах. Энергетики переведены на особый режим работы. 56 бригад электриков восстанавливают энергоснабжение. 70 новых маршруток появились на столичных улицах. Обслуживать микроавтобусы будут два муниципальных маршрута номер 14 и 22. Автомобили заменят технически устаревший транспорт, запущенный в Махачкале на этой линии ранее. По словам водителей, машины довольно комфортны и безопасны. Презентовала их компания-перевозчик СТС, которая не первый год занимается перевозкой пассажиров и сегодня обслуживает 19 городских регулярных маршрутов. Компания «Современная транспортная система» работает с 2016 года, и за это время мы успели обновить 200 транспортных средств нового образца. В настоящее время обслуживаем 19 маршрутов. До конца текущего года планируем также обновить еще дополнительно 50 транспортных средств. Вот таким образом мы делаем свой вклад в развитие транспортной системы города в замену старого изношенного транспорта на новый транспорт, отвечающий требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Будем стараться работать на благо наших горожан. Персональная выставка, посвященная 70-летнему юбилею Жанны Колесниковой, проходит в музее Махачкалы. В экспозиции представлены более 100 работ художницы, графика и ретроспектива. Кое-что здесь из собрания автора, а что-то из частных коллекций. По словам куратора выставки Заремы Дадаевой, творчество Колесникова – это важные страницы в истории дагестанского авангардистского живописного искусства. Художница участвовала во многих музейных проектах, и несмотря на то, что она вскоре покидает родные края, душой она всегда будет принадлежать Дагестану. Я рисую, потом сочиняю на нее какое-нибудь стихотворение, а потом дальше пошла картина. Вот такой у меня
ну, путь. Ну, это мои пути по барханам, по горам, по морям, по долам. Вот это мои пути. Встреча с религией, с исламом. Жанна Колесникова, она очень особенная в искусстве. Я даже не знаю, с кем ее можно сравнить. Вот эта линия, которая главенствует везде, она такая тонкая, она есть очень импульсивная здесь в некоторых работах, но есть невероятно нежная и в разных техниках выписанная. И ну, вот такая мистическая у нас Жанна Колесникова. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.